Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, друзья. Приветствую вас на канале «Амурские украсы» в своей мастерской. Я Николай Донской. Ну, сегодня, как видите, я не один. Давайте попросим представиться этого молодого человека. Давай. Меня зовут Донской Ярослав. И у меня дед строгает. Он делает такие украшения, которые вы сейчас видите перед нами. Он делает очень красивые украшения. Я это смотрю, и мне очень нравится. Подпишитесь на этот канал. Мне очень нравится. А ты что приехал в деревню? Понравилось быть в деревне, потому что сама деревня для меня это как родной дом. Стоп. И я... Дай дед вставить что-нибудь. Угу. Ты вот приехал, у тебя, как я понимаю, ну, каникулы. Да. На каникулы ты решил? Да, в деревню приехать. Да. Деревня для меня это классный дом. С какой целью вот в деревню вот ты приехал? Вот. Работать. Труд. Трудиться. Я люблю трудиться. Да. Мне нравится. Ну, а давай, так как у нас канал про резьбу по дереву, ты вот у тебя есть желание? Желание? Научиться. Ну, сам скажу, желание есть. Да, есть, естественно. Да. То есть вот эти молодые руки, это вот сейчас вот ты говоришь. Ну, дед там что-то может, там хочешь научиться. А руки-то у меня такие же были, как у тебя. Но для того, чтобы они что-то могли, надо что делать? Научиться. Потрудиться. Сейчас сперва надо посмотреть, как ты это делаешь. Потом только начинать это или в 10, или в 9. Вот. А потом ты можешь, в принципе, ты будешь развиваться. Нет, а тебе сколько лет, скажи? Мне сколько? Мне 8. 8. Вот. То есть, но уже потихонечку мы уже готовимся к тому, чтобы взять резец в руку. Да. Да. Но пока что ты деду помогаешь? Где-то там рейку подержать, где-то там что-то там пошлифовать. Ты уже. Ну и давай потихонечку вот эти вот, пока ты где-то. Давай, так как у нас подписчики-то там же тоже дети есть, молодые люди, так скажем, не будем вас обзывать детьми, вот, молодые люди у них тоже есть, но давай будем показывать чуть-чуть, как ты вот начинаешь. Да, сам я начинаю очень здорово, когда-то ты начинаешь вот так делать, я прям, мне это наслаждение, этот звук прям, когда ты дерево. Строгаешь, да, дерево прям, запах вообще. Но это уже твоя мудрая, твоя взрослая душа уже принимает вот этот звук, понимаешь, видно в тех жизнях. Мы же не одну жизнь живем, да? Да. Может быть, мы тоже строгали с тобой, да? Да. Где-то? И поэтому вот душе нравится, короче. Да. Перед нами картинка вот эта вот получилась такая у нас забавная, да? Это рама под зеркало. Я подробно вам показывал, как я ее делаю. Это стоевые, только у нас еще будет верхушечка и низ. Это тоже мы подробно вам покажем. А сегодня я хотел бы задать вопрос. Кто-нибудь делает что-нибудь подобное? Вот я выкладываю свои видео, да, то есть опубликовываю и показываю, как я это делаю, да. Хотелось бы задать вопрос подписчикам. Вы делаете что-то подобное? Если делаете, то пишите в комментарии. Будет интересно прочитать, что я не один кружусь над проектами, да? Вот, ну и, конечно, начинающим резчикам я посоветую. У нас есть АК-14, это Александра Корнеева, Стамески, да? То есть заточенные мы отправляем. Поэтому, если у кого-то возникло желание, душа взрослая и тянет к резьбе по дереву, пишите нам, ссылочка у нас под видео, там электронная почта, да, будет нам приятно, что наша армия резчиков по дереву пополняется, новое пополнение у нас будет, так что вам не болеть, значит, хорошего вам настроения. Ярик, что добавишь? Заказывайте стамески в нашей мастерской. Вот вы какие хотите, например. Вы можете такое зеркало даже. Мы вам сделаем с радостью даже. Подпишите. Да, да. И с помощью внука. Да. Он будет помогать. Да. А сейчас пожелай что-нибудь. Всем пока-пока. Хорошего настроения. Всего хорошего. Всех благ.